Всем привет, люди, и это еще немножко ФНАФа для вас. И я тут подумал, что же будет, если ты проиграешь все деньги, то есть тебя засудят, все деньги потеряешь, денег во ФНАФе у тебя в пиццерии нету. Что же произойдет тогда? Оказывается, для этого дела есть концовка. Я пройду еще по другим концовкам. Надеюсь, вам нравится, ребят, надеюсь, вы довольны. Я решил просто сделать все концовки, потому что почему бы и нет. Ладно, посмотрим, что же произойдет. Не забудь про субботу! Ты хочешь, чтобы они все были в одном месте? Это отсылка к тому, что нужно собрать всех аниматроников для реальной концовки. И пока что мы радуемся, но сейчас произойдет дичь. Что-то пошло не так, да? У нас денег нет. Что делать? Что делать? Ничего, я думаю плакать. Мы получаем вот такую потрясающую бумажку, что мы полностью обосрались. Конкретно, мне пизда, ребята, если проще. Мне тупо пизда. Давайте почитаем вообще, что на бумажке. Областной суд штата Юта. Молодой мальчик пострадал из-за удара током. Хорошо. Пункт номер 7. Он упал с карусели, встал и снова упал. Персонал озаботился этим вопросом через 30 минут. То есть мальчик 30 минут валялся тупо на земле. Класс, класс. У нас очень хорошая пиццерия была. Из-за безответственности персонала мальчик теперь сидит дома и боится выходить на улицу в люди. Ну, типичный летсплейщик-анимешник, ничего нового. Мне кажется, это не мы виноваты, это мальчик такой, это нормально. Он аниме пересмотрел. Он думает, что он с Хокагой сидит у себя в кабинете. Вы пытались как могли, старались вовсю, сложили все яйца в корзину, и потом произошло немыслимое, у вас деньги кончились. И мы, конечно, хотим, чтобы наши ученики следовали своей мечте, но мы признаем, что вы могли проиграться, когда такое происходит. И я думаю, вы знаете, как уйти отсюда. Но пока вы не ушли, берите сертификат о банкротстве. А теперь сделайте всем одолжение и убирайтесь нахрен. Да, ты теряешь все, и тебя вышвыривают из твоей пиццерии. Всем спасибо за просмотр, ребята. С вами был я, Евген. И до следующего видео по ФНАФ. Кстати, нас в ближайшее время ждет Hello Neighbor. Может быть, он уже есть на канале, я не знаю. Но он должен быть где-то там за углом.